Наши телезрители заметили за столом самородка из шиномонтажки. Сакит Самедов снова сегодня за нашим столом. Ну, я надеюсь, с шиномонтажом покончено, только творчество. Всех приветствую, конечно, монтаж. Не забывай, конечно, работает шиномонтаж тоже. Все нормально, всем от души поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу вам один классное настроение сделать. Давай. Раз, два, три. Класснее настроение уже нельзя. Ну, можно. Можно. И это можно. Не все. Обстановка по кайфу. Ира, как тебе? Ира Лачина сегодня с нами, друзья. Как тебе? Ира, красавица. Наш герой. Прекрасно. Вообще Новый год, это, конечно, фантастика.